Если по такому принципу людей сегодня обвинять и судить, можно всех глав муниципальных образований, всех депутатов привлекать, начиная с завтрашнего дня. Поэтому воспринимаю вообще само это дело как какой-то политический заказ. Не до конца понятно, кто это может быть. Может, Титенков, в принципе, он как человек, который к Волкову испытывал неприязнь определенную, он как бывший работник правоохранительных органов мог найти какие-то, наверное, возможности.